Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Роман Григорович Світан, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор. Роман Григорович, вітаю вас, рада бачити, дякую, що долучилися. Бажаю всім здоров'я. 16:15 за київським часом, 27 вересня, п'ятниця, старт запису цього стріму. На прохання наших глядачів повідомляю це, оскільки п'ятниця, аналізуємо і головні події дня сьогоднішнього, і загалом події тижня. Буде цікаво, тож ми сподіваємося на вашу так само зворотню реакцію, це вже до наших глядачів звертаюся, вподобайки, коментарі, поширення, тематичні запитання, все це дивимося, все це цінуємо. Ну і звичайно ж, якщо питання конструктивні, обов'язково їх обговорюємо з нашими гостями. Іван Григорович, почати хочу із подій на фронті і ось із яких тривожних повідомлень. Російська армія, ймовірно, може готувати новий штурм. Принаймні, загострення в Збройних силах прогнозують на Запорізькому напрямку. Дав інтерв'ю в ефірі телемарафону речник оперативного управління військ Таврія Волошин. Він сказав про те, що ворог збирає особовий склад штурмових груп в районі Приютного і отримав із резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного військового округу РФ 25 легкових автомобілів «Багі». Це говорить про те, що готуються штурмові дії ось цими малими групами. Більше того, бойові дії тривають в районі Роботиного, там завдаються удари коректованими авіабомбами, артилерією, дронами «Камікадзе», кількість застосованих боєприпасів до 2000 штук. Як ви прогнозуєте, от, власне, які події найближчим часом чекати на Запорізькому напрямку в розрізі ось таких повідомлень? Ну, поки це підготовка не масштабним наступальним дійствам, скоріше всього, це підготовка якраз к відраженню наступальних дій української армії. Ну, більше це похоже якраз на вот таку підготовку. Кількість тих сил, средств, які виділяються, воно, ну, ж точно не для наступлення. А вот для обороны, да, здесь они усиливают оборонительные свои рубежи. Потому, я бы так сказал, там большой вопрос, кто еще наступать собирается. То есть, либо они на нас, либо мы на них. Потому, я думаю, в ближайшее время, в течение недели-двух это будет понятно. Наверное, полторы-две недели вот так будет понятно, потому что такого рода подготовительные процессы, они не могут по времени долго растягиваться. То есть это вот полторы-две недели, и будет ясно, кто куда двинется. Но больше все-таки есть надежда на то, что после того, как мы получим хотя бы несколько кейсов помощи от Америки, а это до 8 миллиардов долларов выделено на несколько месяцев, то у нас возникнет возможность начать движение как раз в районе Васильевки, в районе Работина, в сторону, допустим, той же Запорожской атомной, то есть есть такая вероятность такого процесса, точно есть, тем более там еще есть одно направление, которое для нас выгодно, это движение в сторону Полох, от того же Орехова в сторону Полох, а дальше по железной дороге, но надо пересекать железную дорогу. На Пологе выходит эта железка, которая идет с Ростова, там часть ответвления в сторону Полох от движения на Мелитополь. Потому вдоль нее мы можем контролировать в том числе эту железку. Если тем более нам придется отходить от Угледара. С Угледарского гарнизона мы могли контролировать, можем до сих пор контролировать Волноварскую развилку железнодорожную. Это та же самая железная дорога. До речі, про Вугледар ви згадали, ми в динаміці розглядаємо розвиток подій цього тижня. Американське видання Forbes 25 вересня повідомило, що частини 72-ї окремої механізованої бригади почали поступовий відхід, щоб не потрапити в оточення. Водночас, вже 26 вересня прес-служба бригади поширила відео, на якому військовослужбовець цієї бригади, перебуваючи у Вугледарі, заперечує відхід із міста. Цитата. Наразі, попри важкі штурми, важкі обставини, ми на місці. Як ви, от, якщо говорити про динаміку впродовж тижня, прокоментуєте ситуацію, що зараз на Вугледарському напрямку і безпосередньо поблизу самого Вугледару? І Вугледарські, і Курахівські два гарнізони зараз тяжелішої ситуації. Чому? Тому що після прорыва россиян по Покровску, то есть это оперативный прорыв, который дал возможность россиянам контролировать
по большой дуге, если можно сказать, дороги, которые питали тот же Угледар и тот же Курах. А по малому радиусу, малыми клешнями, они пытаются окружить в данный момент Курахово со стороны Украинска, со стороны Красногоровки и Георгиевки. И по Угледару там еще хуже ситуация. Они уже практически перевели в режим оперативного окружения наш угледарский гарнизон. То есть они простреливают дорогу насквозь практически. То есть это оперативное окружение, армейская артиллерия. Дорогу снабжения имеется в виду, любые дороги, которые там есть, потому очень усложнен сейчас подвоз боеприпасов, вывоз раненых и вообще ротационные некоторые моменты, если не будут приняты решения на ротацию по некоторым позициям. То есть сейчас уже на данный момент Угледарский гарнизон в тяжелейшей ситуации, но еще сохраняется возможность где-то в течение недели его разблокировать. Опять же, если успеют подойди первые хотя бы пара кейсов помощи наших партнеров, это может быть в течение нескольких дней, потому что достаточное количество боеприпасов американских на европейских складах находятся. Несколько дней они могут быть на линии боевого соприкосновения, особенно кассетные боеприпасы, та же ракета М-30 для «Хаймерсов», те же 155-е снаряды для минометов, да даже если подойдут авиационные бомбы, о которых сейчас нам пообещали передать, для F-16, у них дальность с малых, предельно малых высот 30 километров, но это кассетники. То есть это как раз те боеприпасы, которые хорошо работают против пехоты противника, против легкобронированных техники, которая как раз наступает в районе Угледара. Потом у нас есть еще где-то неделя времени исправить положение. Если этого не будет сделано, то придется уходить из Угледара, то есть отводить войска из Угледара. И дальше выход из Угледара приведет, во-первых, к выходу в том числе из Курахова. Там невозможно будет тогда уже удерживать, потому что потеряем еще и восточный, правый фланг, если отойдем от Угледара. Потеряем площадку для работы по железнодорожному узлу Волновахи. И, в принципе, у россиян появится возможность практически полностью выдавить нас с юго-западной части Восточного фронта. Это большая проблема. Мы будем терять тогда уже и Покровск. Россияне могут подойти тогда и с юга к Покровску. Это намного проще его отсечь от снабжения с Павлограда. То есть это повлечет уход из-под Угледара, повлечет практически обрушение этой части фронта и выстраивание нового фронта уже южнее Покровска. Потому, я думаю, наше руководство будет предпринимать максимальные усилия для того, чтобы удержать это направление. В течение недели это будет понятно. Роман Григорович, кульмінацію наступальних дій РФ що більше означатиме? Надходження швидкої допомоги наших західних партнерів зараз нам? Погода, ті ж осінні дощі, чи результати американських виборів? Не выборы однозначно нет, то есть до выборов еще далеко. Решат вопрос как раз сочетание обоих факторов и погоды, и подход достаточного количества техники. Исходя из той информации, которая есть в свободном доступе, наше военно-политическое руководство неоднократно ее артикулировало, то есть у нас есть несколько бригад, там чуть ли не до десятка бригад, готовых выполнять боевые задачи, но у которых нет вооружения. И вот это вооружение, если сейчас подойдет, то по большому счету оно сначала, а дальше уже и погода, не даст возможности россиянам разворачивать широкомасштабные наступательные действия. Дальше уже в зависимости от сложившейся ситуации на фронте мы уже сможем выполнять задачи. И, во-первых, контрнаступательные, тактические, оперативных не будет. В зиму никто оперативных задач выполнять не будет. Но тактические наступательные, контрнаступательные действия точно сможем выполнять по той же Васильевке, то есть в районе Орехова и по направлению на Васильевку или на Пологи. Вопросы можем решать в том числе и по Брянской и Белгородской областям.
плюс усиление по луганскому направлению, сейчас там также проваливается у нас по некоторым позициям фронт под Купянском, и, естественно, размотаем россиян, если останется та конфигурация, которая сейчас есть, размотаем это российское вклинение в Покровск. То есть этого будет достаточно, и погоды, и дальних средств поражения этой помощи будет достаточно, чтобы практически полностью нивелировать все успехи россиян, которые они принесли Путину на блюдечке за летнюю кампанию, за летнюю военную кампанию. Під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів був підписаний документ ось про цю нову оборонну допомогу в розрізі 7,9 мільярдів доларів, а також Сполучені Штати виділили військову допомогу вже у розмірі 375 мільйонів доларів. І навіть є номенклатура, що увійшло до пакету. Там боєприпаси класу повітря-земля, боєприпаси до систем «Хаймарс», артилерійські боєприпаси 155-105 мм, протитанкові ракети, протитанкові системи «Джавелін», броньовані машини, протимінні автомобілі. Як ви оцінюєте ось саме цей пакет? Ну, пакет малый, то есть в 375 миллионов малый пакет, но там зашито две позиции, которые нам сейчас могут помочь. 155-й снаряд, скорее всего, кассетный, то, что нам сейчас очень важно остановить эти местные штурмы россиян, а это очень хороший механизм по наступающей пехоте работать. И ракеты к «Хаймерсам», и М-30, и М-31, М-30, это кассетные М-31, осколочно-фугасные 80-километровые, по дальности, которые могут дать возможность отработать россиян, остановить их, по крайней мере, пока подойдет основные пакеты. А почти 8 миллиардов помощи, которые будут нам выделены в течение нескольких месяцев, до 20 января, по крайней мере, там ежемесячные будут платежи, где-то не платежи, а переброска техники в районе 1,5–2 миллиардов каждый месяц, дадут возможность нам выполнить те задачи, о которых мы говорили сейчас до этого, то есть провести некоторые контрнаступательные действия. Там действительно был решен вопрос по программе PDA, там 5,5 миллиардов, которые могли сгореть, они уже принято решение их разделить на несколько месяцев. И 2,4 миллиарда долларов это по программе USAID по помощи. То есть общее количество почти 8 миллиардов, 7,9 миллиардов, почти 8 миллиардов долларов, которые нам однозначно помогут выполнить, во-первых, все наши задачи, восстановить статус-кво, который был где-то на начало года, это возможно с помощью этой помощи, и, естественно, нивелировать все достижения россиян, что они провели в этом году, ну, то, что они поимели в этом году. Надо подождать. Здесь, конечно, сейчас именно время, которое на данный момент уже, можно сказать, работает в том числе и на нас. Главное время ускорить и сами поставки. Этим вопросом будут заниматься, опять же, лидеры государств, которые будут собираться на Рамштайне уже определенное время, 12 октября будет. Это совещание, на котором будут распределены некоторые обязательства, будут почищены направления и ускорены некоторые поставки. Поэтому сейчас просто надо дождаться этого времени. А выборы президента на данный момент, в принципе, уже сильно влиять после принятых решений, сильно влиять на поле боя уже не будут. Байден сделал все, что мог. Он уже уходящий президент. Потому в этом случае о нем либо хорошо, либо никак, ну, лучше никак в этом смысле. Там два реальных принятия решения, которые было уже, больше от него мы ничего не дождемся. То есть и 5,5 миллиардов, и 2,4 миллиарда он все-таки принял решение, нам будут передаваться. А дождаться от Байдена разрешения там, на работу дальних средств поражения по российской территории мы, наверное, до выборов не дождемся. А после выборов это уже будет решать новый президент. Это может быть Камала Харрис, это может быть Трамп, это может быть еще третье лицо, это еще до сих пор возможно. То есть есть варианты, что может еще третий кандидат появиться. И в зависимости от выбора американского народа мы вмешиваться в выбор, конечно, однозначно не будем. После принятия решения американским народом
кого они хотят видеть в качестве президента, мы будем работать с той президентской командой, которую выберет американцы. Роман Григорович, напередодні президент Зеленський зустрічався з кандидаткою на посаду президента Сполучених Штатів від демократів Камалою Гарріс. Стосовно Трампа, взагалі дивна історія була. Спочатку цю зустріч підтверджували в штабі Трампа, потім її скасували. І от буквально учора пізно ввечері стало відомо про те, що Зеленський ще один на один день затримається у Вашингтоні. Сьогодні зранку вже почали з'являтися повідомлення про те, що запланована сьогодні зустріч у Зеленського із Трампом. І ось в ці хвилини, коли ми записуємо це відео, ця зустріч, ну, принаймні, має відбуватися, якщо все буде за часом точно. О 16:45 має початися зустріч за київським часом. Журналісти вже питали у Трампа, про що ж він буде говорити із Зеленським під час цієї зустрічі. Він якось так ухилявся від конкретики, говорив, що буде говорити про мир. На конкретне питання, чи вважає Трамп, що Україна має віддати Росії ті території, які Росія зараз окупувала, Трамп теж утримався від якоїсь конкретики, ну, відповів, подивимося, що буде. Як гадаєте, а чого чекати від цієї зустрічі? І чи важливий сам ось цей знаковий момент, що Зеленський таки зустрінеться з Трампом? Ну, однозначно лучше встречаться со всеми претендентами, а тем более выберут или не выберут американцы одного или другого кандидата или третьего. Эти люди все равно будут участвовать в уже политической деятельности. Потому нам точно не надо никаких врагов в американском политике. Почему? Потому что они принимают решения все-таки в Конгрессе, принимаются решения двумя палатами, и двумя палатами, и двумя партиями в том числе. Потому однозначно надо со всеми контактировать, со всеми находить общий язык. Вне зависимости, еще раз повторюсь, выберут или не выберут, то есть и с одним, и с другим. А то, что, допустим, сейчас идет такая... Ну, разделение на черное и белое, допустим, если та же Камала Харрис поддержала наш план победы как победу, то есть победа – это поражение России, по-другому никак. Если это победа Украины, значит, это поражение России, Камала Харрис поддержала этот план победы. То, естественно, Трамп, он по законам жанра предвыборного, он должен занять либо какую-то нейтральную позицию, либо полностью противоположную. Противоположное это поражение Украины, он точно не будет ее занимать. Потому на данный момент пытается занять какую-то нейтральную позицию уровня перемирия. То есть будет действительно сейчас проталкивать идею, опять же, не проталкивать ее, артикулировать ее в информационном поле до выборов. Так как он не может же подыграть сейчас Камале Харрис, так как она уже заняла эту нишу, по крайней мере, под реляциями победы Украины. Потому будет артикулировать Трамп именно идеи перемирия. Не мира как такового, что мир возможен только после поражения противника. А перемирие, ну, это один из вариантов, с которым сейчас носятся китайцы. То есть практически Трамп будет сейчас подыгрывать Китаю и как-то подыгрывать в том числе и России. Россияне тоже не против замораживания боевых действий, только на их условиях. Потому на данный момент, конечно, риторика для нас трамповская, она неприемлема. Но надо понимать, что эта риторика связана именно с законами жанра по предвыборной кампании. Роман Григорович, про Китай ви згадали. Тут знову активізувалися заяви щодо врегулювання війни в Україні з боку Китаю, озвучує їх Міністерство закордонних справ Китаю в особі Ван І. Так от він говорить про те, що Китай, Бразилія та інші країни глобального півдня планують створити платформу «Друзі миру» для врегулювання війни в Україні. І каже вони, що ця ініціатива буде відкритою платформою, спрямованою на, цитата, «інклюзивний діалог замість конкуренції та конфронтації». Чого зараз хоче домогтися Китай? Адже неодноразово вже, зокрема, в американській пресі, і ми з вами це обговорювали, з'являються сценарії можливого зіткнення, військового зіткнення між Сполученими Штатами та Китаєм у найближчі кілька років.
Китайцы сейчас добиваются дать возможность российской армии вооружиться, передохнуть от наступательных действий, доукомплектоваться, вооружиться и дальше с весенней кампанией продолжить наступательные действия. Для этого надо какая-то заморозка боевых действий на несколько месяцев. То есть перемирие, неважно под каким соусом, переговоров, инклюзивных, эксклюзивных, каких угодно, но перемирие для того, чтобы россияне могли перевести дух, собраться силами и дальше двигаться. Сейчас это риторика перемирия китайского, так называемого. Все, кто подключаются к ней, это они работают на Россию. Причем включая в том числе и Трампа, если он будет поднимать этот вопрос, еще не факт. То есть это предположительно такого рода действия, но еще не факт. Он тоже ж не дурак, он прекрасно понимает, на чью мельницу будет лить воду. Это китайская мельница. У Трампа с Китаем, мягко так скажем, не сложились отношения, и вряд ли они сложатся. И здесь, получается, уже Трамп в этом случае, он уже, в принципе, становится напрямую на нашу сторону. Для нас Китай тоже враг. Он полностью подыгрывает России, помогает России. Китайские боевые средства поражения участвуют в войне против Украины на стороне России. То есть шахеды, ракеты, элементная база, узлы, агрегаты китайские полностью поддерживают российскую военную машину. Поэтому здесь в этом смысле уже Трамп становится на нашу сторону. И нам надо сейчас очень правильно и грамотно, так сказать, пройти между капель дождя, как это говорится, решить вопрос свой, продвигая идею победы над Россией, и остаться в хороших отношениях с Трампом, может быть, показав пагубность вот этих предложений мирных всяких, с которыми сейчас китайцы носятся. Но еще раз повторюсь, то перемирие, под которое китайцы хотят собрать несколько десятков стран и проталкивать его на мировой арене, оно играет на руку россиян. Они пытаются їх спасти. Китай постійно проводить військово-морські навчання спільні із Росією. Тут чи йде підготовка до чогось? Це по-перше. І хочу це розглянути, знаєте, в розрізі, ну, по-перше, знову там посилення ядерної риторики з боку Росії, а по-друге, стаття вийшла в Wall Street Journal про те, що новітній китайський атомний підводний човен затонув поблизу верфі китайського міста Ухань, тобто китайці розробляють свої атомні субмарини. Не готові китайці к таким технологіям. Эти технологии до сих пор китайцам не даются. И ядерные, и подводные с большим погружением. Да и авианосцы они толком сделать не могут. То есть там один наш переделали, там сделали копию, еще там третий авианосец. Но не получается у них создать серьезные машины, как в принципе и все китайское. Все китайское снаружи хорошо блестит, светится, переливается, а внутри копни, внутри это российский мусор или там советский мусор, советский навоз, который еще остался в свое время и в китайских технологиях в том числе. Они просто заворачивают иногда в красивые обертки то, что не могут сделать серьезно. Вот один из показателей – это затопление самого большого в Китае подводного, ну, так артикулировали, подводного подводной субмарины, та же самая картина со всеми остальными военными объектами китайскими. То есть у Китая это большая проблема, они пытаются сейчас действительно поиграть мускулами на Тихом океане, Тихоокеанский флот подключают, в том числе российский. Опять же, авиация движется, ну, три задачи там. Первый, как-то поддержать Северную Корею, поиграть мускулами, раз, поддавить на Южную Корею, на Японию. Значит, угрожать Аляске. В последнее время даже американцы уже на Аляску начинают дополнительные силы, средства перебрасывать, военные. И, естественно, для китайцев важен Тайвань. То есть Тайвань, давление на Тайвань, попытка решить силовым путем именно тайваньскую проблему для себя. Китайцы ее, конечно, не оставляют и пытаются втянуть максимальное количество
участников в решении этой проблемы в том числе. Вот Россия, вот страны юга так называемого, ну не юга, так сказать, это несколько стран, там пара десятков стран, которые китайцы пытаются подтянуть к решению вот этих проблем. Основная проблема у Китая, конечно, Тайвань. Потому будем смотреть за развитием ситуации, но мы в этой ситуации, конечно, участвовать не будем. Это проблема Южной Кореи, Японии, Соединенных Штатов, ну и, конечно, Тайвань. Роман Григорович, ще хочу обговорити з вами події на Курщині, тому що якось з інформаційних пабліків ця тема за останній тиждень зникла. І ось єдине, що в свіжому своєму звіті Американський інститут дослідження війни пише про те, що там на Курщині зараз ФСБ не може налагодити координацію з військовими РФ. Не виходить це в них ніяк, хоча там кілька координаційних центрів створювалося. Скажіть, будь ласка, яку роль, яке значення саме зараз для подій на фронті виконує та операція, яка проводиться на Курщині? Ну, дело в том, что почему ФСБ? Потому что они объявили не войсковую операцию, как в принципе должны были сделать, а контртеррористическую, КТО. А там, где контртеррористическая операция, этим управляет Федеральная служба безопасности России. Потому у них ничего не получается. Одно дело искать террористов, а другое дело воевать с линейными частями украинской армии. То есть у нас на Курском направлении несколько бригад, а это уже формирование довольно-таки серьезное. Они до сих пор не разворачивают войсковую операцию, не перебрасывают туда достаточное количество военных резервов, чтобы купировать это направление. Ну, для нас, у нас задача, она двоякая, получается, практически беспроигрышная. Если будем давить до такой степени, что они развернут там войсковую операцию, снимут резервы с Восточного фронта, мы выполним свою задачу. Значит, давление уменьшится на Восточном фронте, мы восстановим статус-кво на начало года. А если они этого делать не будут, будем расширять эту зону влияния по Курщине. Оптимально это до левого берега Сейма. То есть дойти до левого берега Сейма, Сеймом прикрыться от российских войск. Пока для нас ситуация сейчас вот в этом плане развивается. Ну, она развивается довольно-таки, это по нашему плану. В принципе, он двоякий еще, первый и второй, то есть и тот, и тот. И первый еще возможен россияне вот в любой момент принять решение о переброске дополнительных резервов. Но на данный момент работает второй вариант. Мы расширяем наш плацдарм. А российские войска или ФСБшники, которые ими руководят, противостоять этому сильно не могут. Ну, есть определенное противостояние. Они как-то пытались контрнаступать там по одному направлению на Любимовку от Снягости. Но остановили мы их фланговыми и тыловыми ударами. И сейчас дальше идет перегруппировка войск, и в ближайшее время, опять же, нужны дополнительные средства для выполнения этих задач. Ждем первых кейсов помощи американской под эти задачи. В нашем плане однозначно, это было в информационном потоке, курская операция была одной из основополагающих в плане победы, по крайней мере, и этот план победы сейчас приняли, та же Камала Харрис, ну, по крайней мере, заявила об этом, то есть поддерживает план победы. Байден также его принял, то есть он также примерно в унисон Харрис об этом заявил. И мы получили и 8 миллиардов получили, и 375 миллионов сейчас первым кейсом, то как раз это направление будет одним из приоритетов. То есть курское направление, не исключаю еще два направления, Белгородское и Брянское. Для нас очень важно северную границу сейчас перевести в режим именно фронта, то есть чтобы мы угрожали Москве. Они от Москвы двигались, а на Москву, в крайне пуганных идиотов. Тех идиотов там еще хватает. Роман Григорович, дякую вам за цей огляд і за те, що завжди знаходите час та можливість для наших глядачів своїми думками ділитися. Бережіть себе і до наступної зустрічі вже у найближчий вівторок. До свидання.